Городецкая телерадиокомпания объявляет о начале акции «Бессмертный полк», посвященной памяти участников Великой Отечественной войны. Впервые она прошла в районе 2 года назад. Лейтмотивом акции стали слова «Одни должны идти победным строем в любые времена». Принять участие в акции «Бессмертный полк» может каждый желающий. Для этого необходимо прийти 9 мая с фотографиями своих родных и близких, воевавших на фронтах Второй мировой, и встать в колонну «Бессмертного полка». При желании можно изготовить подобный транспарант сами или заказать его у социальных партнеров акции. Граце – это компания арт-графика на улице Кирова, дом 25. В Заволжье – это бизнес-инкубатор, который находится по адресу улица Молодежная, 6. Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая? Кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю. Но я пронесу твою честь, ведь я твоя кровь, ведь я твоя память. Ко Дню Победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построение бессмертного полка. Они должны пройти победным строем. Подробности на сайте мойполк.ру.